Итак, улица за улицей. Работы по уборке снега не прекращаются ни на минуту. Прошлой ночью на борьбу с белым покрывалом в Самаре было брошено более 300 единиц техники, часть которой закупили в прошлом году, в том числе и малогабаритной. Она, отмечает в МП благоустройство, сильно облегчает работу людям. Очень, конечно, легко стало убирать тротуары. И жители очень стали довольны. Жители подходят, все благодарят, что город преобразился, город стал лучше. Лучше, город стал чище. Улицы чистят в несколько этапов. Сперва проходят грейдеры, остатки снега выметают щеткой. И уже в конце дороги и тротуары посыпают бионордом. Он буквально плавит лед и является безопасным, в отличие от других реагентов. Чтобы не создавать дорожных заторов, днем на улицах города работает порядка 160 единиц спецтехники. Основной удар по снегу нанесут ночью. Следующая ночь также будет выход основной техники и большой акцент будет сделан на вывоз снега, потому что вначале весь снег прибивается щетками прилотковой части, а ночью уже выходят лапы снегопогрузчики для его погрузки в самосвал и вывоза на полигон. Эффективность работы в этом году существенно повышает и новая схема по очистке и вывозу снега. По поручению главы Самары Олега Фурсова, работы ведутся в тесном взаимодействии служб благоустройства и управляющих организаций. Снег сдвигается с тротуаров и дворов, а затем его собирают и вывозят дорожные службы. С начала зимы на снежные полигоны в Самаре вывезено более 200 тысяч тонн снега. И это, уверяют коммунальщики, не предел их возможностей. По их словам, готовы к любым зимним капризам погоды. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.